Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Mercedes-Benz 2008 года выпуска, 2 литра дизель. На этом автомобиле мы сегодня заменим масло в двигателе, воздушный, масляный и салонный фильтр. Поднимать мы автомобиль не будем, сделаем это через экспресс-замену. Открываем капот и вытягиваем масло. Вот это наш двигатель. Вот колпак масляного фильтра. На нем написано даже 25 ньютона-метров, сколько его закручивать. Откручиваем его. Берем новый масляный фильтр HU718/1K фирмы MAN. В комплекте в фильтре идет, помимо самого фильтра, еще идет две резиночки. Даже не две, три резиночки. Эти резинки меняются вместе с фильтром. Нижняя большая на крышке, средняя и нижняя на направляющей. Здесь клапан получается. Меняем резиночки и устанавливаем фильтр. Заменил я уплотнители. Устанавливаем фильтр. И закручиваем. Усилие вообще небольшое, 25 ньютона-метров. Как написано на крышке, так и закрутили. Выкачиваем через щуп масло. Выкачиваем масло, компрессор будет тарахтеть. Вот такая вот экспресс-замена. Все, масло выкачали, получилось чуть больше 6 литров. Теперь открываем маслозаливную горловину и заливаем масло. Использовать масло будем Mercedes. Оригинальный номер А001-989-3701, 3 буквы А6. С допуском он идет МБ229.52. Открываем и заливаем.
Заливаем 6 литров и потом выставляем уровень после того, как заведем автомобиль. Залил 6 литров, пока уровень проверять не проверяю. Ставим на место щуп. Убираем воронку. Уровень выставим в чистую, когда уже заведем автомобиль. Сейчас меняем воздушный фильтр. Воздушный фильтр у нас находится вот под этой крышкой. Отщелкиваем, берем плоскую отверточку, отщелкиваем вот эти защелочки. В общей сложности здесь 7 защелок. Поднимаем крышку и вытаскиваем фильтрующий элемент. Вот такой вот он круглый. Использовать будем фирмы MAN. Номер его C12178/2. Защелкивается либо с этой стороны, поэтому она либо сверху, либо снизу. Вставляем воздуховод. На сухую фильтр одевается туго. Взял здесь немножко, сбрызнул силиконом. И он одевается, заходит и фиксируется. Устанавливаем крышку. В крышке также есть место, которое получается... защелкивается на верхней части фильтра. Вот это вот. Вот эти защелочки здесь руками неудобно, поэтому помогаем отверткой. Все, воздушный фильтр мы заменили. Меняем салонный.
снимаем. Фиксаторы, поднимаем крышку. Вот он, воздушный фильтр стоит рядышком. Берем его, достаем. Вообще конструкция простейшая. Использовать будем фирмы MAN. Номер его CUK-3172. Устанавливаем на место фильтр. Сначала заводится вверху в уголки, а потом вставляется остальная часть. Посередине здесь фиксатор. Через него проводим и защелкиваем. Все. И устанавливаем на место. Закручиваем пластиковую гаечку. Все, салон и фильтр заменен. По-моему, еще проще и удобнее я не встречал. Ну что, на этом все. Замену масла масляного фильтра, воздушного и салонного фильтра мы закончили. Заводим, выставляем уровень масла. Всего вам доброго!